Так, здравствуйте, дорогие зрители, Кибраны и Серафимы, или кто там еще. Эонки тоже здравствуйте, если таковые есть. И мы сегодня начинаем прохождение. Конечно, начинаем. Начинаем третью миссию прохождения кампании за Кибран на продвинутой сложности, операцию Красный Фуах. Вот краткий брифинг, сейчас послушаем полный брифинг и начнем. Эта операция ожидается более легкой, чем операция Рассвет, так как союзник у нас посильнее будет, хотя и противник посильнее будет. Но мне все же кажется, мы уже привыкнем к такому напряжному старту. Я знаю, командующий, что вы только что вернулись с Коперника, но у нас для вас срочная миссия. Похоже, что принцесса Берг стала причиной ожесточенной борьбы внутри Ордена. О, да. Наши агенты докладывают, что не менее трети Эон покинули Орден и приняли сторону принцессы. Замечательное развитие событий. Замечательно. Это голубое небо, что-то вроде тайного убежища, построенное два усатых тотом, чувака мне что-то втирают. К сожалению, оно уже не является тайной, и Серафим уже нацелились на него. Вашим заданием является спасение принцессы Берг. Эта старая ведьма Каэль уже пытается опровергнуть заявление Берг, и если они до нее доберутся, принцесса Берг умрет долгой и мучительной смертью. Мы не можем этого допустить. Риза уже находится на планете. Она ждет твоего прибытия. Отправляйся немедленно. Береги себя, дитя мое. Береги себя. Замечательно. Ну что ж, начнем. Сколько уйдет попыток на то, чтобы пройти эту миссию? На прошлую ушло 4 попытки. Причем одна из них чисто символическая. Из-за бага, из-за какого-то случилось. Долгие загрузки. Командующий, это будет адская битва. Свяжитесь с Ризой и вывезите отсюда Берка. Конец связи. Берка. Все ее по фамилии. Кибран идет на помощь принцессе? Все-таки на войне с кем не поведешься. Твое первое задание – уничтожить базу Серафиль на севере. Это усилит наш фланг и позволит нам прорваться на восток. Готовьте войска. Конец связи. Для меня честь то, что ты сражаешься на моей стороне. Но прошу тебя, поторопись. Оборона моего дворца не сможет долго сдерживать Серафима. Да ладно. Давай уже строй. Ну сейчас мы хотя бы с самого начала миссии не уничтожаем целую армию воинов противника. А здесь только перехватчики летают. Да и Риза в принципе пока справляется. Да ладно, пока не важно. Пока мы готовимся. В принципе здесь можно и ускорить. Сразу же заказываем парочку рабочих, парочку, это очень много. Ой. В принципе-то надо забиндить этот завод. Ну, чтобы можно было... Да, вот мы можем пополнить запасы материи вначале.
сразу же вот это вот мы биндим в шаблоны. Это сможет даже построить такой рабочий. Почему два реактора? Ну вдруг нам будут давать еще реакторы какие-то. Ладно, не важно, почему два реактора. Давай реклейми. Также мы сразу же будем строить здесь верфи. Нет, ну я не думаю, что стоит играть через воздух. Я думаю, стоит играть через землю. Мы получаем какие-то странные данные о морской базе Серафим. Они используют какое-то радиоглушение. Это кристаллы голубого неба, командующий. Их уникальная структура позволяет отражать волны радаров наподобие глушения. Подавить этот эффект можно при помощи всеволнового радара, либо уничтожив кристаллы. Вы слышали, что нужно делать? Либо подключаете всеволновый радар, либо взорвите кристаллы. Нашим техникам удалось восстановить одну из новых торпедных систем Кии. Мы назвали ее Хармс. Загружаем чертеж в вашу БМК. Конец связи. Да, вот нам дали эту прелестную торпедную систему, которую мы пока что не можем построить. Как всегда, дают не вовремя все. Ой. Успели. Замечательно. Строй давай, командующий. Ага. Есть плавающий завод. Построим здесь подводных лодок. Парочку. Хотя я не знаю, может пока ничего не стоит строить. Нет. Оставим одну. Так, для вида. И нам уже не хватает материи, поэтому реклеймим. Реклеймим ради жизни. Ради всего святого. И пора уже реклеймить экстракторы. Сразу же заказываем пару рабочих второго уровня. Здесь у нас что есть? Здесь у нас нету ничего интересного. Вы так близки, дитя мое, так близки к завершению работы над переводчиком. Осталось расшифровать несколько алгоритмов, и он будет готов. Разведданные посыпятся как из рога изобилия. О, да. О, да. Первое, что мы строим, это строим генераторы парочку. Блин, зачем я два завода построил? А, ну, в принципе, они в будущем-то понадобятся, но сейчас они нам не очень понадобятся. Они нам только в будущем понадобятся. Здесь даже ничего строить не буду. Оно все дешево. Очень дешево. Да, он там Ризу пытается зажать, но ее, по идее, не должны зажать. Здесь мы что строим? Да не знаю, что мы строим. Здесь мы грейдим, естественно. Интересно, здесь есть скраб? Скорее всего, нету. Да, я угадал, нету, и поэтому мы ставим здесь экстрактор сразу. А этим делаем ПВО, так как нам оно пригодится. ПВО. Замечательно, энергия масса очень быстро уходит. Это я, как уже говорил, хорошо. Это главное, что нам нужно, чтобы уходили ресурсы быстренько. Стоп, это первого уровня, но тогда реклеймим. А где второго уровня, кроме как здесь? Ты здесь реклеймил. Замечательно, строительство идет полным ходом. На 8-й минуте у нас уже куча верфей разных. Давай же, успей. Успей. Да.
Вот теперь у нас есть хотя бы энергия. Скоро закончится постройка зенитки. И мы начнем строить щит. Щит будет у нас вот здесь вот. Или даже здесь. Не знаю, здесь будет. Но это, конечно же, не единственный щит, который у нас будет. Здесь куча экстракторов, замечательно. Реклеймим также этот генератор, чи фабрикатор, чи еще какая-то хрень. Не понимаю, что это такое вообще. Да. Здесь еще вот это. Скорость плюс 3. Замечательно. Грейдим сразу до второго уровня. Вот видите, сразу же мы развиваемся с огромной скоростью. Как только с нас убрали гнет. Ты умрешь, Берг. А потом я разберусь с так называемыми верными. Мой народ отвергает тебя, Каэль. Отрекается от твоей лжи и ненависти. Теперь это лишь вопрос времени. Добро нафиг побеждает. Плавающий танк. Замечательно. Торпеды. Но это танк-амфибия, а нам не нужно это. Да. Мобильная бомба, я не уверен, что нам она нужна. Нету кипранов таких ховеркрафтов. К сожалению. К сожалению, у кибранов нет ховеркрафтов. Итак, второй уровень. Что мы еще можем на втором уровне сделать? Реклеймим вот эту штуку. Если здесь, конечно, есть что реклеймить. Нету здесь чего реклеймить. Тогда вот здесь все реклеймит. Нам нужна еще масса. Не знаю, через что нам играть. Хоть через авиацию играй. Но против авиации тоже есть защита отличная. Я не имею понятия. Разве что кирпичей посылать. Да-да-да. Вот и первый налет. Уже второго уровня штурмовики на нас налетают, набегают. Да-да, это очень фигово. Я знаю. И вообще сделаем вот так. Уничтожили одну верфь, вторую покоцали, но нам верфи как-то на них пофигу. Да, вот у нас уже третьего уровня есть рабочие. А это значит, что мы уже почти развились до максимального уровня. Да, вот есть этот торпедный гипераппарат. Он находится под водой. Видите, он полностью синий. Ну, в принципе, торпедные он все находятся на воде. Но этот именно под водой. В этом его преимущество. Собьют, не собьют, не знаю. Тут зенитку немножко потрепали.